Дочь российской фигуристки Ирины Слуцкой Варвара подверглась травле из-за звездной матери, сообщает «Советский спорт». Об этом проинформировала сама Слуцкая в своем инстаграме. Девочка занимается в секции фигурного катания, мечтает стать профессиональной спортсменкой, но в последнее время ей пришлось выслушать много оскорблений в матери. Реклама 8-летняя девочка рассказала, что старшая воспитательница спортивной школы, где она тренируется, высказалась достаточно грубо в адрес Слуцкой-старшей. Ребенок даже не понял некоторые бранные слова. Теперь внимание, вопрос, ваша реакция. Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны или что они неразумны, и тот ребенок, в принципе, не особо понимает. Или подойти сам и сказать пару ласковых маме и ребенку. Как поступили бы вы? Спросила фигуристка на своей странице в социальной сети. Ранее фигуристка объяснила свой уход от Арсёра Тутберидзе.